друзья, многие могут подумать, что вот снять боевые сцены может просто любой. Это так легко и просто. Мы недавно, вот совсем недавно, с Михаилом Сёпарем отсняли небольшую боевую сцену, такую драку. Здесь на самом деле труда очень много, потому что не каждые каскадеры могут держать, например, удар. Потому что наши удары должны быть продаваемые. Продаваемый удар – это такой удар, когда зритель смотрит и говорит: а что, у вас драка была, что ли, по-настоящему? Давай с тобой определимся, кто на кого первый нападает. Ну, давай, это как место. Давай, вот, понравилось. Здесь очень важно не только тому, кто принимает удар, то есть у него должна быть расслабленная шея, если он принимает удар в голову, и все это должно быть очень убедительно, чтобы зритель действительно подумал, что это все по-настоящему. И должен другой каскадер, который наносит удар, он должен нанести правильный удар, то есть не костяшками по костяшкам, чтобы своего оппонента не повредить. Дело в том, что дублей снимается всегда очень много. Нет такого, что один дубль сняли и сказали: все хорошо получилось. Снимается много дублей для того, чтобы из всех дублей выбрать что-то самое лучшее, самое необходимое. Пробей примерно 20 ударов, только не спеши. Так, вот пиши, слово не спеши, ты слышишь, Миша? Боковые пробивай, бам-бам-бам, вот так, да-да-да, вот топ-топ-топ, видно? Видно меня? Вот это боковой бьешь мне в голову, раз, и вот сюда заходи. Мы такие постановки драк, чтобы они были очень правдоподобные, мы собираемся снимать, мы их уже снимаем каждую неделю, то есть каждые выходные. И если у вас, конечно, проявляется интерес к этому, то будьте с нами. Вот. Мы принимаем и мальчиков, и девочек. Вот. Здесь очень важно еще не только сама постановка боевой сцены, именно двигательные там какие-то, что там происходит, а очень важно еще отыгрывать эмоциями. Подожди, подожди, ты тоже слой еще смотришь, да? Интригуй, интригуй до конца, мать, ты тоже, смотри. Мы с моба злые, моба злые, до последнего момента злые, понимаешь? Потому что эмоция, она держит как раз зрителя в том напряжении, которое необходимо передать вот этой, собственно, самой дракой. Это на самом деле очень круто, это кайфово, потому что мы с радостью проводим время, и потом есть чего обсудить, а потом с радостью посмотреть и как бы размещать в соцсетях вот эти вот наши видео, и мы можем с гордостью сказать, что там мы принимали непосредственное участие, поэтому будьте с нами. Ha ha ha!